Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер. Меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня мы пригласили технического специалиста компании Дёки Михаила для того, чтобы разобраться, что же такое настоящая гибкая черепица и как правильно ее монтировать. Михаил, когда к нам приходят клиенты, они постоянно нам задают каверзный вопрос, почему вот именно гибкая черепица должна лежать у него на крыше, а там а не андулин или не металлочерепица, там не профнастил. Какие вот преимущества у этой кровли? И есть ли у этой кровли вообще недостатки? У гибкой черепицы, как у продукта в целом, масса преимуществ перед другими кровельными материалами. Самый, наверное, основной, который сразу бросается в глаза, это внешний вид, который обеспечивается богатством цветовых решений. Также эта кровля не подвержена гниению или ржавчине, коррозии, что немаловажно для кровельного материала. С помощью гибкой черепицы можно сделать крышу любой в сложности, любой формы, и при этом количество отходов не зависит от сложности крыши, в отличие, допустим, от той же металлочерепицы, ну, или от любого другого листового материала. Кровля сама имеет шероховатую поверхность, что предотвращает сползание снега лавинообразно, как это происходит на металле, если не предусмотреть специальные снегозадержатели. Таким образом, она является еще и безопасной. К недостаткам можно отнести не такой объемный вид, как у других кровельных материалов, но он компенсируется переливами цветовыми решениями, которые создают 3D-эффект, такой объем. Ну, еще и у нее слабо, одно из слабых мест – это сильный ветер. Но он тоже компенсируется и при правильном монтаже, если правильно смонтировать и кровля хорошо склеится, лепестки между собой, то ветер ей тоже не страшен. Михаил, такой вопрос. Так как мы кровлю делаем зимой, сейчас у нас минусовая температура, правильно ли мы делаем, возможно ли ее монтировать зимой или категорически нельзя, так как кровля она имеет битумную основу, да, его надо там проклеивать обязательно. Но если есть такая нужда, то сделать это можно. Нужно соблюдать несколько правил. Одно из правил – хранить материал в теплом помещении там, при комнатной температуре, чтобы он отлежался хотя бы сутки, чтобы он полностью прогрелся. Выносить его на кровлю по партиями, то есть там смешали 3-4 пачки между собой для того, чтобы у нас не было разнотона. Подняли, смонтировали, следующий достали. Обязательно при монтаже использовать тепловой фен для того, чтобы прогревать клеевые полосы и чтобы они сразу склеивались. Особенно это актуально для местности, где сильные ветра. Если местность безветренная, то в принципе это не так актуально. Еще вопрос стоит в том, какой это будет материал, на основе какого битума. Есть материалы, которые даже при минусовых температурах остаются более-менее гибкими. Есть материалы, которые при плюс 5 и ниже уже становятся как доска. И вот здесь, если вы его не прогреете, то при малейшей деформации он у вас треснет. Причем опасность заключается в том, что эту трещину может визуально не видно быть, а со временем она о себе даст знать. А вот минимальный минус какой? Вот, минус 10, например, или минус 15? Ну, у меня лично был опыт монтажать черепицы при минус 27 градусах. И летом мы приезжали на эту кровлю, смотрели, она не текла, все нормально, всех все устроило. Поэтому здесь как-то вот ограничивать как-то, не знаю, мы не ограничиваем. Но при этом нужно, конечно, руководствоваться здравым смыслом. Потому что при минус 27 просто очень некомфортно работать. Михаил, а вот подскажите, есть кровли, на которых иногда бывает мох. Вот как с этим мхом бороться? И, может быть, есть кровли там или места, на которых вообще гибкую черепицу там применять нельзя? Ну, не знаю, там какая-нибудь северная сторона, какое-нибудь заболоченное место, где большая вероятность того, что этот мох будет расти. Вот. Что вы про это можете рассказать? Черепицу можно применять
ограничений в этом смысле нет, можно применять во всех климатических зонах, во всех климатических поясах. И что касается мха, то он появляется не только на гибкой черепице, а на любом кровельном покрытии. И чем оно более, скажем так, шершаво, тем больше вероятности, то, что там появится мох или еще вот подобные включения. Тем не менее, даже гладкие там материалы, такие как профлист и металл черепица, не гарантируют отсутствие данного эффекта. Это появляется в основном на северных скатах, там, где сыро, там, где нет солнца и там, где большая растительность. Ну, самое идеальное место – это лес. Как с этим бороться? Есть специальные составы сейчас, то есть это уже не проблема. Если там посмотреть в интернете, можно их купить и обрабатывать кровлю с точки зрения профилактики. То есть не борьбы с мхом, а профилактики от его появления. Также используют медные пластины, на конек ставят. Пластины или медные мочалки для того, чтобы увеличить площадь контакта меди с водой. Вода, когда омывает медь, она ионизируется медью. И таким образом получается состав, который предотвращает появление мха на кровле. Михаил, вот вы сказали, то, что кровля гибкой черепицы, она имеет шершавость, и что с нее плохо съезжает снег. Вот вопрос снегодержания. Нужны ли снегодержатели на гибкую черепицу, или можно без них обойтись? Да, так как уже было сказано, снег не сходит лавинообразно, но, тем не менее, это не исключается на 100%. Да? То есть есть какая-то небольшая вероятность, что при определенных условиях, там, если будет там большой перепад температуры, большое давление снега, то теоретически сойти может. Поэтому, в принципе, ну, как минимум над входной группой и над теми местами, где у нас люди ходят, там машины стоят, все-таки я бы рекомендовал устанавливать снегозадерживающие устройства. Они в каком? Бывают, я знаю, крючки, бывают трубчатые снегодержатели. Какие, да, лучше? Если говорить про крючки и так называемые бугели, да, они считаются снегозадерживающим устройством. Если трубные, они считаются как снегорезы. То есть, когда волна снега идет, он об эту трубу разбивается, то... Если совсем уже правильно делать, то нужно их совмещать и то делать. Значит, такой вопрос по поводу основания под гибкую черепицу. Вот бывает фанера, там бывает сплошную обрешетку, кто-то в какие-то инструкции там делает. Как правильно сделать вот основание под гибкую черепицу, там ОСП какой толщины или ФСФ фанеру? В качестве сплошного основания мы рекомендуем использовать два вида. Это либо ОСБ или ОСП третьей или более высокой влагостойкости, но не ниже, или влагостойкую фанеру ФСФ. Дощатый настил мы не рекомендуем, хотя я знаю, там многие это делают, и в принципе он имеет место быть, но к нему предъявляются очень большие требования и к древесине, и к монтажникам, которые чаще всего не выполняются, и чтобы избежать проблем, которые могут впоследствии возникнуть, мы не рекомендуем это делать. А толщина вот фанеры, если мы используем фанеру там или ОСП, какая должна быть? Не, мы рекомендуем при шаге стропил 600 мм и шаг разреженной обрешетки 300 мм, тогда использовать 12-миллиметровую плиту ОСБ. А по поводу ценовой категории, вообще, вот если брать гибкую черепицу, она является как бы дорогой кровлей. Ну, в какую категорию мы эту кровлю заносим? Более дорогих, более дешевых или какой-то средний класс? Я бы ее отнес к среднему ценовому диапазону, потому что есть кровли, которые и дешевле, есть кровли и намного дороже, но гибкую черепицу можно примерно по цене сравнить с металлом, например, черепицей, которая на сегодняшний день очень популярна, до сих пор остается. Но при этом здесь есть два способа, как оценивать цену материала. Первый, который чаще всего используется покупателями, это цена за квадратный метр. Это не совсем правильный способ. И, кстати говоря, по этому способу гибкая черепица даже во многих случаях получается дешевле. Потому что если сравнивать квадратный метр в чистоте, сколько стоит материал, и гарантию, насколько на него дается, то есть если взять гарантию, допустим, там 20 лет на металл, 20 лет на гибкую черепицу, то гибкая черепица будет за ту же самую гарантию гораздо дешевле. А если сравнивать весь пирог целиком, стоимость, то получается, что гибкая черепица может даже стоить столько же,
особенно на сложных крышах, потому что чем сложнее крыша, тем больше на металл черепицы отходов. Если крыша простая, то гибкая черепица может быть дороже, но здесь опять же все зависит от того, какой мы материал берем. То есть понятно, что и в металл черепице есть эконом-сегмент, есть премиум-сегмент, также и в гибкой черепице есть эконом-сегмент, есть премиум. Если мы сравним похожие сегменты, да, то на простой крыше гибкая черепица выйдет чуть подороже за счет сплошного основания, но это там будет не в 2, не в 3 раза, это процентов там 10-20 максимум. То есть в сравнении она в такой же ценовой категории, да, как металлочерепица. Да, но при этом вы получаете продукт, лишенный всех недостатков там, той же металлочерепицы и с большей гарантией. По поводу модификаторов. Вот есть у разных производителей гибкая черепица, и она отличается там модификаторами. СБС модифицированные кровли, там еще какой-то там битум. Вот что про это можете рассказать? Стоит ли обращать на это внимание, важно ли это, или это... Ну, многие производители добавляют разные типы модификаторов, в частности, вот в черепицу Диокипая мы добавляем проверенный временем СБС. СБС-модификатор, то есть это, скажем так, аналог резины, который добавляется в битум и придает ему свойства резины. Повышает некоторые характеристики, но в общем это повышает, что нужно знать покупателю, это повышает долговечность материала. Любой модификатор так или иначе повышает долговечность материала. Если говорить еще конкретно про СБС-модификатор, помимо этого он делает гонт с гибкой черепицей более эластичным. Вот сейчас у нас температура там, сколько, около нуля, да, и при этом он гнется, не ломается. Если бы гонт был на окисленной черепице, то даже при такой температуре он бы уже сломался. Появляются такие свойства, как самозалечивание и ударопрочность. Это, на кровле это актуально при сильном граде, допустим, при крупном. Михаил, вот что касаемо теперь вашего производителя, да, вот так как производитель Доки, он совсем недавно на нашем рынке находится, на российском, вот, какая вот реальную гарантию на кровле вы можете дать, и не страшно ли покупать там вашу кровлю, чтобы, может, вы там через полгода закроетесь там или через год? Гарантия на материал составляет, в зависимости от серии, у нас их на сегодняшний день две, это серия Gold на SBS модифицированном битуме и серия Simple на окисленном битуме. На серии Gold гарантия составляет от 30 до 50 лет, в зависимости от типа применяемого ковра. Если вот такого типа ковер будет, то будет гарантия 50 лет. На серию Simple гарантия составляет 20 лет. Ну, опять же, обращу внимание, что эта гарантия дается при условии, когда при условии, что весь скат будет закрыт подкладочным ковром. По поводу того, насколько там страшно, не страшно, здесь, конечно, решать покупателю. Мы со своей стороны имеем уже опыт работы на рынке строительных материалов более 10 лет. Холдинг производит продукцию уже более 10 лет. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. И в этом сегменте мы зарекомендовали себя как надежный поставщик, который выполняет все свои обязательства. И мы будем продолжать эту традицию. А как вот, например, ну купил я кровлю, есть ли какие-то там гарантийные талоны? Да, что-то такое, что будет мне гарантировать спокойный сон, чтобы я не переживал. А то бумажки никакой нету, и потом где кого... И у нас же в России как, если бумажки нету, значит ты не человек. А бумажка есть, значит ты король. Ну, сейчас можно даже бумажку не иметь. Можно зайти на сайт и открыть страницу, где у нас выложены гарантийные талоны. Скачать его, распечатать, заполнить, прийти к продавцу, который вам продал этот материал, он вам поставит печать и спать спокойно. Что касается ассортимента цветов, комплектующих гибкой черепицы, все ли у вас есть комплектующие, там линовые ковры и так далее, подкладочные ковры и цветовые решения, там нарезки, есть ли у вашего производителя это все, или вы только над этим работаете? Все уже есть. Компания Diocky Home System производит не только гибкую черепицу, но и подкладочные яндовые ковры. Подкладочные ковры на сегодняшний день сейчас трех типов выпускаются, сейчас в разработке еще много разных вариантов. Яндовые ковры на сегодняшний день 6 цветов выпускаются. Также мы комплектуем свои заказы
мастикой для гибкой черепицы, гвоздями и снегозадерживающими устройствами. Все идет под нашим брендом, и можете смело это все использовать на одной крыше. Снегодержатели у вас какие, трубчатые или крючки? Крючкообразные, вот типа бугель. Что касается, знаете, такой вопрос тоже часто нам задают по поводу подкладочного ковра. Вот нужно ли этот подкладочный ковер использовать, или можно там взять рубероид, или вообще можно без подкладочного ковра? Для чего вообще он нужен, этот подкладочный ковер? Подкладочный ковер – это подстраховка, это как запасной парашют. Когда человек прыгает с парашютом, особенно новичок, у него всегда висит запасной. Понятное дело, что вся надежда на основной парашют, но здесь очень высока цена ошибки, да? И вот в случае с кровлей то же самое. Мы делаем основной гидроизоляционный слой из черепицы, но мы не должны уповать на то, что все будет идеально, и должны исходить из того, что из самого плохого развития событий. Соответственно, если у нас протечет крыша, у нас пострадает весь дом, вплоть до внутренней отделки, и до мебели, и бытовой техники. Поэтому здесь мы подстраховываемся и укладываем подкладочный ковер по всей площади ската. Еще про рубероид расскажу. Почему нужно брать именно специализированный подкладочный ковер, а не какие-то там заменители, да, там, типа рубероида или толя. А рубероид в своей основе имеет картон, который является гниющей, который подвержен гниению, органическая основа. И срок службы такого материала будет несопоставим со сроком службы кровельного материала, там, гибкой черепицы. Если говорить про специализированные ковры, то там уже в основе либо полиэстер, либо стеклохолст, которые не поддаются гниению. Ну и плюс они еще и намного прочнее. Что касается, вот, допустим, этого ковра, его можно использовать как временную кровлю до 6 месяцев. Если вам нужно законсервировать по какой-то причине стройку, вы можете его... И зимой тоже можно, да? На зиму уложить, да. То есть там есть небольшие нюансы в инструкции монтажа, мы сейчас прописали их. Ну, основное это рейками его через каждый метр прижать рейками, чтобы ветром все-таки не сорвало. Так, такой вопрос по поводу... Бывает часто вот к нам тоже прибегают какие-нибудь там строители или заказчики, когда не хватило там чуть-чуть материала. Допустим, он где-то на фирме там заказывает, издалека ему привозят, вот, а потом он бегает, ему не хватило там две упаковки чего-то, и он бегает, ищет по всей Москве, Московской области. Не получится ли так, что человек приобретет кровлю и потом будет бегать, искать эти две упаковки? Где вот можно, допустим, ну, может быть, на сайте у вас есть какие-то информации ваших дилеров там или дистрибьюторов, где можно посмотреть, там, с телефонами позвонить, узнать, есть там, нету? Ну, у нас есть телефон горячей линии 8 800 171 45, на который можно звонить по любому вопросу, в том числе и по этому. Также на сайте есть список, раздел «Где купить». Там можно либо в виде списка, либо на карте посмотреть все точки, которые у нас есть по кровле. На сегодняшний день там, я даже сейчас боюсь назвать цифру, но это большое количество партнеров, которые торгуют нашей черепицей, и проблем найти ее сейчас нет. То есть они на склады себе эту кровлю вывозят? Да, конечно. Так, если сравнивать, например, кровлю Дёки с другими производителями, например, ну, есть, скажем, у вас кровля, она такой в средней ценовой категории, а есть кровли совсем дешевые, там в районе 200 рублей за квадратный метр. Вот в Леруа, допустим, в Леруа Мерлен приехать, и можно эту кровлю там приобрести. Вот есть ли смысл покупать там за, грубо говоря, за 400 рублей квадратный метр платить? Если можно купить за 200, вроде одно и то же. В чем вот разница, преимущество именно более, скажем так, дорогой кровли, чем дешевой? Здесь вопрос долговечности. Если вы строите какие-то малые архитектурные формы, беседки, там, туалет или еще какое-то временное сооружение, то да, это материал вот для вас в подобных магазинах. Если вы строите дом, еще тем более для себя, и хотите, чтобы он простоял долго, и не хотите там каждый там 5-10 лет делать там ремонт крыши, то нужно покупать уже другой материал в других местах, в специализированных магазинах, где вам не просто там продадут материал, еще и там сделают расчет, ответят на все возникающие вопросы, еще и посоветуют там, кто смонтирует. Основное отличие — это в битуме, конечно. И битум может быть, он
если мы возьмем там кровельный материал, то здесь не чисто битум, а, как мы уже говорили, может быть с модификаторами, может быть без модификаторов, но в любом случае здесь есть еще так называемый наполнитель, да, это там, грубо говоря, там порошок, который добавляют для того, чтобы повысить там характеристики, ту же теплостойкость. И вот можно его добавить столько, что там битум практически не будет, и, естественно, со временем такой битум будет просто разрушаться там, через там 10 лет, может быть, даже раньше. Другой гонд будет иметь другое содержание наполнителя, и плюс еще будет иметь в своем составе полимеры, которые препятствуют выходу масел из битума, а масла придают ему вот эту вот эластичность и мягкость, что существенно повышает срок службы. Угу. Михаил, вот я вижу на гонте вот это здесь вот есть. Здесь клеевой состав, и вот здесь тоже клеевой состав. То есть, причем на некоторых, у некоторых производителей я тоже видел, вот задняя сторона, она примерно что-то как вот передняя, вот две полоски. А у вас она получается практически весь гонт. И тут есть какие-то пленки, снимать там, не снимать. Вот про это расскажите. Ну, это одна из особенностей как раз вот нашей черепицы Дёки Пай. Двойная, так называемая двойная клеевая система, или битумная сварка мы ее сейчас называем. Что она из себя представляет? Здесь присутствуют на лицевой стороне клеевые полосы в таком виде, которые при монтаже лепестки попадают на эти клеевые полосы и склеиваются. Здесь есть две пленки. Одну пленку нужно вот эту снять. И вот здесь у нас получается битум. Чистый битум. Это тоже пленка здесь. Нет, это уже битум. Это уже битум. Это уже битум. И если, допустим, у нас бы не было здесь клеевых полос, то битум укладывался бы на крошку, и сцепление было бы не очень хорошим. Ну, как сейчас вот у большинства производителей. Правда, у них может быть там не чистый битум, а какая-то клеевая часть, но в любом случае клей соприкасается с крошкой. У нас клей, вот этот, соприкасается с чистым битумом, и происходит, ну, на термин есть такой диффузия, то есть слияние двух субстанций. То есть мы это говорим, что это похоже на битумную сварку. Вот как есть сварка, электросварка, там два металла свариваются между собой. Здесь битум сваривается намертво, и вот эти полосы, они получаются как швы. Тесты показывают, что адгезия, то есть сцепление двух слоев между собой, при этом очень высокое, гораздо выше, чем у аналогов. Мы это дело все запатентовали. Вот эта пленка, она вторая, транспортировочная, так как гонты лежат друг на друге, чтобы не происходило слипание в пачке, она нужна только на момент транспортировки, снимать ее не нужно при монтаже. Михаил, последний вопрос, вот это уже от нас лично, по поводу помощи. Вот какую помощь вы оказываете строителям, обычным клиентам? Ну вот, например, нету у меня, привезли мне кровлю, да, нет у меня инструкции по монтажу, где я могу ее узнать? Или, может быть, вы проводите какие-то обучения там? У нас есть учебный центр, который проводит обучение наших партнеров, и, как правило, партнеры приглашают на свои обучения и монтажные бригады. Также инструкции по монтажу можно скачать с нашего сайта, который у нас постоянно обновляется, и вот сейчас на подходе новой редакции инструкции, где она более расширенная, более подробная. Мы постоянно получаем обратную связь от монтажных бригад и учитываем все их пожелания. И постоянно следим за тем, чтобы монтажникам было комфортно работать с нашим материалом. Также есть учебные центры на базе строительных колледжей. Сейчас они у нас в проекте разработки. Часть уже многие функционируют. Если есть желание пройти и получить специальный сертификат, то можно позвонить по номеру 8 800 171 45, и вам там подскажут, в зависимости от того, в каком городе вы живете, где ближайший к вам учебный центр и как с ним связаться. Также мы сейчас разрабатываем стандарт организации, это нормативный документ, который будет, он разрабатывается совместно с ЦНИ «Промзданий». Вот уже он на подходе, скоро мы его выпустим. Этот документ можно использовать при проектировании и ссылаться на него. На сайте также есть для конечных потребителей разные сервисы, например, для расчета материала, то есть
То есть, если у меня крыша, я скинул ее по электронной почте, и мне рассчитали, да, все необходимые материалы? Вы зашли на сайт, там у вас написано, занесите данные о вашей крыше. Там площадь крыши, длина коньков, там длина яндов и прочее. Вы все это заносите, нажимаете, выбираете, какая кровля вам понравилась, нажимаете рассчитать, и вам полностью список материалов, количество, все выдается. А служба технической поддержки, так, чтобы взять по телефону, позвонить, какой-то вопрос, какой-то узел сложный. Вот, не знаешь, как его обойти. Если, ну, там позвонил по этому номеру, который сказали, 8800, чтобы соединились с техническим специалистом, и чтобы он объяснил, как это сделать. Да, у нас есть служба технической поддержки, руководителем которой я являюсь, и как раз одна из функций нашей службы – это техническое сопровождение, в том числе и по телефону. В некоторых случаях выезжаем на объект. Я еще хотел, недорассказал, вы вопрос задали, но я вот не ответил на него по поводу ассортимента и цветов. На сегодняшний день в ассортименте Дюки Пай черепицы именно в серии Gold, которая СБС модифицированная, 33 цвета и 5 видов нарезок. Это, ну, самый большой ассортимент на сегодняшний день СБС модифицированной черепицы. Больше ни у кого нет. Больше ни у кого нет. Я подчеркиваю, именно СБС модифицированной черепицы, а не просто модифицированной чем-то. Плюс к этому есть серия Simple, у которой 3 вида нарезки и 9 цветов. И в общей сложности там получается 42 цвета. Такой ассортимент на сегодняшний день. И мы на этом не останавливаемся. Я думаю, мы будем развиваться. Причем есть уникальные нарезки, которых по характеристикам и цене, которым аналогов сейчас нет в России. Вот. Ну, например, нарезка Цюрих. А цены это где можно узнать? Вот, обычному покупателю? На сайт зайти или где? Сейчас пока на сайте цен нет, хотя я думаю, они в скором времени появятся. А вообще можно через наших партнеров, кто поторгует наши продукции. Михаил, большое спасибо, то, что вы приехали. Были рады вас услышать.